оценку этой встречи дадут главные тренеры команды. Начинаем с гостей. Главный тренер Минского «Динамо» Вук Рашкович. Прошу вас. Так серьезно готовились к игре, но очень хорошо знали, что последние две игры тоже не выиграли здесь. Просто первый тайм у нас такие моменты были, то надо использовать такие моменты. Не успели, штанга была тоже. Второй тайм, но пропустили одну атаку, получили гол и просто до конца старались, но не успели забить. Спасибо. Сергей Петрович, ваша оценка. Ну, хотел бы прежде всего сказать спасибо большое ребятам за самоотдачу. Вот, за то, что бились, боролись до конца. Понятно, для Минска сырная команда с хорошими исполнителями. Но только за счет самоотдачи и бойцовских качеств можно обыграть такого соперника. Вот, ну, конечно, тяжело нам, да, сказалось, я так думаю, что все-таки наша подготовка такая скомканная. Когда-то это должно было вылезти, но не могу не сказать большое спасибо и болельщикам, которые очень хорошо поддерживают нас, ну и футболистам. Спасибо, Сергей Петрович. Господа журналисты, задавайте вопросы главным тренерам команды. Учитывайте, что у них еще дальняя дорога. Прошу вас, прошу вас. Сергей Петрович, сегодня было такое необычное сочетание в центре обороны, Ковалевский, Кондратьев. Как оцените их действия? Ну, если не пропустили гол, я считаю. Да, ошибки были, но не совсем профильные позиции. Но в целом справились, я доволен. Спасибо. Еще вопросы? Пожалуйста, Василий. Сергей Петрович, присутствовала ли доля маленьких футбольных хитростей? Длительной помощи врачей? Нет, в данном случае нет. Ну, только Валерий получил карточку. А то, что касается игроков, нет. Никто не симулировал, однозначно. Спасибо. Еще вопросы? Прошу. Сергей Петрович, в клубе недавно сменилось руководство. Возможно, уже есть какие-то положительные изменения? Пока нет. Спасибо. Пожалуйста, Андрей. Сергей Петрович, какие перспективы по возвращению Клокотского и увидим ли мы Юрченко в ближайшее время? Увидим. Не знаю, по Жене сложно принес мать, там еще нужно время. По Жене. По Юрченко начинаю тренироваться в общей группе со следующей недели, поэтому я думаю, что ближайшее будущее. Спасибо. Прошу. Да, прошу. Вопрос главному тренеру Минского «Динамо» Вуку Рашковичу. В недавнем интервью Юрчич сказал, что Паев был куплен по настоянию Душина Угрина. И на старт сезона у этого игрока были проблемы, в том числе ссылка в Тулы. И вот насколько сейчас он оправдывает ваши ожидания и вложенные в него деньги? Ну, смотрите, сейчас я просто не хочу сразу после игры говорить по футболистам, но, конечно, стоит вопрос. Наши легионеры должны больше давать, больше стараться, но конкретно надо забивать, надо голевые передачи, поэтому мы их и брали. И, конечно, будем обсуждать каждого, у нас будет пауза, но, конечно, в июле будет возможность, с какой расстояться. И будем думать, смотрим мы по белорусским футболистам, и просто сейчас у нас такая ситуация, по футболистам мы стараемся использовать все лучшее, что они могут нам дать в той момент. Но, конечно, будет у нас по-другому селекция работать. Спасибо. Благодарю. Ну что, тогда позвольте от вашего имени поблагодарить главных тренеров Вук «Динамо» и пожелать им удачи в этом сезоне. Спасибо. Спасибо.